Знакомьтесь, это Даниил. Именно так правильное имя, да? Вот смотри, у нас 3 тома серии детской «Я познаю мир. Животные, игрушки, экология». Тут много разной информации, о чем мы с тобой поговорим. Красавец какой, да? Лопастеносый хамелеон. Меняет цвет. Для чего? Чтобы его не нашли. Даниил, а если брать вот школьные предметы, все, там, от физкультуры до трудового обучения, тебе вот какие больше по нраву? Физра и трудовое обучение. Даник – мальчик энергичный, самостоятельный, стремится к лидерству. У него часто приподнятое настроение, он весельчак. В игре и любой другой деятельности берет ответственность на себя и за других. Суть игры в том, что, ну, типа, кидаешь мяч, и вот так, короче, крутишь. И надо, короче, к воротам противника его довести и забить. А это у нас вратарь? Ну да. Типа мой. Твои какие? Синие. И какая моя задача? Забить гол ворот противника. Вот этим шариком. Забить гол. Ну, так, но мне куда надо забить? Я должна сюда забить, да. А ты? Показывай, рассказывай. А я туда. А, ты туда. Так. Но я знаю, что мальчишки – это мастера играть в такие игры. Поэтому секрет выдай мне, пожалуйста. Ну, поделись. Вот как мне, что мне нужно сделать, Даниил, чтобы я выиграла? Смотри за мячиком. Ай! Ай! Ай, нет, 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 нет! Нет. И да. Нет, хитрый Даник. Так. Стоп, 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 стоп. Нет, нет. Так. Нет, 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 нет. Нет! Я согласна, я побеждена. Молодец. Ты мастер. Он трудолюбивый, помогает взрослому. Способен поддерживать порядок и ухаживать самостоятельно за грядками на огороде. В коллективе он дружен, общается, играет со всеми детьми. Стремится к общению со взрослым, который проявил к нему заботу и теплоту. Ему хочется тактильного внимания и заинтересованности в его жизни. Вот это да! Вот это гимнаст! Даник, держись крепче, ты гимнаст! Я знаю. Слушай, а хоть капелька страха у тебя есть? Ты бесстрашный парень. Ну да. Ну, я просто... Не совсем. Ты знаешь, я представила тебя под куполом цирка. Вот гимнастом, таким акробатом. Смог бы? Ну, да. Приятно, что уже взрослый парень помогает подарки носить. Давай сюда его. Это, кстати, твой подарок. Я вижу. Да, ты видишь. Ну, хоть рад? Да. Да? Ну, давай, смотри, что тут. Я буду помогать. Да не стесняйся, все твое. Рассказывай, что это? Игрушка. А знаешь, для чего? Чтобы спать. С этой игрушкой, конечно, можно спать, а можно ее еще... Жмякать. Да, жмякать. Знаешь, вот приходишь, например, написал ты контрольную, идешь домой и думаешь, какая там оценка, наверное, 10. И нервничаешь, получится 10 или нет. Пришел, пожмякал и тебя отпустило. Ну-ка, пожмякай. Всегда, кстати, когда есть какие-то волнения, пришел, пожмякал. Супер, снимает такое стрессовое состояние очень хорошо. Сгущенка. Сгущенка, причем разная, видишь, там все 4 баночки. Шоколадная. Граждане, которые приняли решение
о том, что они могут усыновить ребенка, могут получить всю необходимую информацию как в отделе образования по месту жительства, так и в центре усыновления. Снится сон, мама.